Дворец культуры «Энергетик» объявил набор талантливых горожан в свои творческие коллективы. В ДК их 14. Самые известные – это народный хор ветеранов «Красная гвоздика», цирковая студия «Пирамида», шоу-театр «Масок», мужской ансамбль «Видогор», студия танца «Парадокс» и многие другие. 2018 для нас юбилейный, 55 лет Дворца культуры «Энергетик», поэтому сезон у нас 55-й. Мы открываем в сентябре месяце, но день открытых дверей у нас будет 27 августа в 19 часов. Поэтому мы всех приглашаем. Конечно же, мы делаем добор и набор во все творческие коллективы, потому что талантливые детки, талантливая молодежь, талантливые взрослые люди приходят обязательно и занимаются, и успешно занимаются. Желающие могут записаться на вахте ДК или по телефону 52 32 99. Интересующую информацию также можно узнать на официальных страничках «Энергетика» в социальных сетях.